Доброго времени суток зрителям, всем гостям нашего канала. С вами Росси, мы продолжаем играть в игру под названием Imperial Glory. Ребятки, так как никто из вас не оставил комментарий, кого мне штурмовать в этой серии, потому что, наверное, до момента, когда я спрашивал, из вас никто не досмотрел, поэтому будем сейчас разбираться по факту. Значит, пропустим пару ходов. Австрия все-таки собирается отступать от наших границ, потому что они поняли, что с нами тягаться им пока не вариант. И поэтому мы будем сами, наверное, сейчас принимать какие-нибудь активные действия. К примеру, попробуем хапнуть кусочек чего-нибудь. Так, Батавия ищет возможности. Хорошо, пускай Батавия будешь с нами дружить. Польша, Польша, Польша. Можно было бы, конечно, хапнуть Польшу сразу. У нас нет, не хватает людей. Хапнуть сразу Польшу, но меня не радует соседство с Великобританией под боком, которая настроена агрессивно ко всем жителям нашего материка. Швеция просит право на проход. Пожалуйста, проходите. Я чувствую себя, знаете, Международным валютным фондом. У меня столько денег, что я, наверное, могу купить всех. Но я это делать не буду, потому что мы будем всех наказывать. Так, согласна. Хорошо, предоставили. Господин, мы не можем построить гусар, точнее рекрутировать. Ладушки не можем, так не можем. Молдавия все также 69, не хочет дальше с нами дружить еще больше. Это нужно переходить на следующую эпоху, строить у них новое здание, которое будет склонять их мирно к нам присоединиться. Потом мы обязательно с вами проведем там референдум и на этом закончим. Так, паровые насосы исследованы, хорошо. Дальше что у нас? Увеличивает скорость исследования на 50%. Давайте, наверное, улучшенные казармы, чтобы мы могли там строить. Так, торговая. Угу, прибыльный будет. Позволяет. Ух ты. Давайте лучше культурный центр. Пойдем в развитие, чтобы побыстрее Молдавию к нам привлечь. Швеция почему-то перестала с нами дружить. Не знаю, с чем это связано. Они были вторые после Молдавии. Опять выпады в нашу сторону со стороны Австрии. Все-таки они хотят получить православную пиздюлину от нас. Они сами на это нарываются, господа. Я здесь ни при чем. Вы мои свидетели. Ну, если очень сильно хотят, то очень сильно получат. Польша пока он изволяет по территории на правах прохода. Господина у нас не хватает. Ну, не хватает, значит, подождем. Что тут у нас Австрия? Все тоже. Подводит все тоже, все тех же. Ничего интересного. У нас здесь, в принципе, есть с кем побороться немножко. Еще очень заманчиво, конечно, Османская империя. Но больше, наверное, Польша и Галиция, которые принадлежат Австрии. Охватить бы этих пару кусков или купить их. Вот тогда бы мы развернулись. Ну, на самом деле бы это ничего не нам не поменяло бы в нашем текущем положении. Но чем больше территории, тем лучше для нас. Хотя, наверное, более приоритетнее для нас это заполучить, скажем так, контрольные города, в которых мы можем рекрутировать солдат. Хотя люди, которые смотрели прошлый сезон, знают, что я больше приверженец как бы своей регулярной армии, чем набирать во всяких вот этих бомжатнях солдат, которые потом низкие духом. Так, Швеция, хорошо, пожалуйста, ходи. Которые низкие духом, и они конкретно отсасывают у регулярной армии. Когда, к примеру, ты играешь за Россию, то лучше, чтобы у тебя армия была русская, а не всяких там поляк понабирали по объявлению. Ой-ой-ой, Молдовия у нас упала с 69 до 65. Что-то случилось в наших лесах? Давайте мы с Молдовией немножко подружимся. Улучшить отношения. Я хочу с Молдовой улучшить. Я им дам за это 10 тысяч. Было отвергнуто. Блин, ухудшилось на один. Ладно, на один, то ладно. Простительно.
Какие гордые молдаване, смотрите, они не хотят с нами дружить, они неподкупные. Они считают, что они справятся без нас. Если бы не Россия, матушка, чтобы они могли. Ничего, ничего, мы не гордые. Мы все равно их купим. А кого не купим, убьем. И для них было бы по-хорошему, если бы они с нами дружили. Пока наш отборный, к примеру, полковник Докторов вместе с полковником Багратионом не зашли в Молдовию. А они могут. В Кишинев, между прочим. Так, что тут у нас? У нас практически укомплектовался, наверное, наш отряд. Да, вот только ждем мушкетеров. И, в принципе, еще наш ударный хлопец будет готов. Австрия предлагает нам на пересечение границ. Хорошо. Деньги нам нужны. Потому что у кого много денег, тот хозяин мира. Мы всех сможем купить. Тех, кого не сможем убить, хотя убить мы сможем каждого. Ребята, очень приятно, что видео по Imperial Glory вас все так же интересует. Я буду стараться выпускать его как можно чаще. Возможно, два раза в неделю, может быть, один раз в неделю, но один раз в неделю точно. Потом с вами подумаем, какой лучший день. И постоянно в этот момент будем публиковать видео. Так, что тут у нас все так же, да? Исследуется еще один ход. Молдовия, я вижу, как ты хочешь зайти под наши флаги. Мы же братья. А мы гуски своих не обманываем. Швеция что-то бедная терзается. Не может понять, что же ей делать. Или защищаться от британцев, или защищаться от нас. Так. Еще один ход. Хорошо, подождем еще один ход. Долго-долго-долго все ходят. Очень долго. Так, скорее всего, по идее, должно добавиться на 20%. Это сколько должно быть в Молдовии? О! Видите, Триполи выскочила. Триполи выскочила. Так. Каждый ход добавляет на 3 очков симпатии к нашей империи на территории, где она построена консульство. Давайте инфраструктуру развить. Так, изучив... Возможность за военной помощью обращаться. Миссия энциклопедия теперь доступна. Давайте посмотрим, что это за миссия. Что нужно сделать? Золото 5000. Сухопутная торговля с городом Мадрид. Сухопутная Рим. В течение 2 лет 24 хода. Исследование вашей империи будет идти в 3 раза быстрее. Неинтересно. Я не знаю, сколько нам надо потратить усилий, чтобы достичь того, что они хотят. Так, давайте, наверное, я дам немножко экшена. Да, ребятки. Давайте я дам немножко экшена в нашу тухлую. У нас заканчивается еда. Сейчас нужно будет закупить у кого-то еды и помахаться немножко с Польшей. А прежде чем мы начнем махаться с Польшей, я хочу подготовиться к этому моменту. Три. В принципе. С кем тут есть хоть с кем махаться? Ну да. Есть. Так, давайте сначала купим еды. Торговое соглашение. Давайте с той же самой Молдовой. Так, что там? Я предлагаю, значит, золото. Пускай идут 10 тысяч золота. А вы дайте мне 4 тысячи еды. Они согласились. Все, шикарно. Мы обеспечены едой для того, чтобы вести военные действия. Давайте, наверное, здесь подготовим еще один отряд офицеров. Полковника. Вот так вот. И немножко легкой пехоты. Для того, чтобы усилить наши границы с Швецией. Чтобы Швеция нас предательски в спину не ударила. Так, завершить. Сейчас хода 3-4 подождем. Скуем наше войско.
и бахнем, обязательно бахнем по Польше. А если же Польша еще и в союзе с Австрией, то заодно бахнем и Австрию. А потом резко всем предложим мир. Единственное, что, конечно, нас может бахнуть Османская империя. Но если она так сделает, то они умоются кровью. Мы обязательно вернемся за ними. Обязательно. Так, Швеция считает, что наступил подходящий момент. Хорошо. Со Швецией вступаем в оборонительный союз. На основании этого Швеция, наверное, сейчас будет лезть на Британию, заручившись нашей поддержкой. Так, новый командир готов, отлично. Далее. Австрия опять подтягивает свои войска. В принципе, если мы сейчас зайдем в Галицию, заберем ее, разобьем войска Австрии и заберем. Если они за следующий ход к нам не придут ее отбивать, то на следующий наш ход мы можем предложить им мир, заплатить им денег, те же самые 5-10 тысяч, и забрать эту Галицию практически за бесценок. Кстати, если мы нападем, им не хватит ходов сюда быстренько дойти. Что тут у них? Пушки. Но у меня есть конница, я могу выиграть. Жалко, что нету ни одной артиллерии у меня, если вдруг они окопаются. Хорошо, Австрия. Пускай так. Пускай так. На 8 ходов. За 8 ходов я подведу свою армию. Хотя меня очень смущает Османская империя снизу. По-хорошему, нам бы туда тоже подкинуть немножко войск. Пока мы вышли на большой плюс по еде, в плане запасов, мы можем сейчас выводить все наши войска из гарнизонов и раскидывать их по карте. Хотя у меня там есть один отряд, если я не ошибаюсь, там Кутузов за главного. Но один отряд там ветра не сделает. Если он нападет хотя бы двумя полководцами или двумя капитанами, то это будет очень тяжелый бой, который мы можем проиграть, скорее всего. Молдовия с нами не хочет дружить. Эти что тут у них? А, нет. Кутузов затащит. Вот. А вот это плохой маневр Австрии. Вот здесь, если мы нападем, тогда они смогут потом тремя нам дать сдачи. И эти три мы уже можем не затащить. К сожалению. Ничего, подождем. Подождем. Так, Молдавия ищет возможность принять к вашему оборонительному союзу. Конечно. Я Молдавию люблю. Я хочу их мирно аннексировать, поэтому я всегда за них. Так, еще один отряд. И мы готовы. Давай, давай, уводи своих, уводи. Очень заманчиво. Мы беспрепятственно можем зайти, выдержать атаку трех отрядов. Беспрепятственно. Ой, как соблазнительно, ребята. Как соблазнительно. Что тут у нас по отрядам? Еще один ход. Давайте подождем еще один ход. Посмотрим, как поменяется ситуация на карте. Угу. Три. Он прям так и отдает Галицию. Он прям так и отдает ее мне. Но опять же, сейчас если мы развяжем военные действия, то мы станем изгоем. Видите, Саксония с ними в друзьях. Саксония с ними в друзьях. Угу. Так, давайте здесь торговое учреждение, чтобы больше прибыли было. Так, наш отряд готов для усиления границ со Швецией. Ну давай, пожалуйста, переходи туда. Переходи и ты. Так, отряды. Давайте. Полковника, гусар, артиллерии хватит, давайте вот так.
Ну что, господа, давайте, наверное, начнем, пожалуй. Итак, если мы первое объявим войну, сначала давайте посмотрим, кто с кем. Так, объявление войны. Смотрите, Союз, Франция, Великобритания, Саксония, Испания. Союз, Пьемонт. То есть, ты кто? Нет, меня интересует вот Польша. Меня интересует Польша, с кем в союзе. Вот Польша, да? А. Я ей даже не могу и войну объявить. Ладно. Ладно. Прохладно. Ну что, полковник Урусов, поехали. Ага. Они все вместе в союзе. То есть вместе Польша тоже. Австрия у нас право прохода. Смотрите, смотрите, они как почувствовали. Смотрите, что делается. Люди православные. Угу. Ну, это стоило ожидать. Саксония, Британия, Австрия, Польша. Они все вместе как бы с собой загрудились. Это будет большая заруба, господа. Очень большая. Очень большая заруба. Ждем право прохода, ладно. Ждем. Не знаю, что с этого выйдет вообще. Мы можем не унести эту драку. Хотя, с нами Молдовия. Страна чудовая. Так, новый командир ожидает, хорошо. Сколько там еще, блин? Так, ладно, сейчас подумаем. Так, ладно. Ждем. Ждем еще пару ходов. Как только пропадает соглашение о проходе, сразу начинаем активные боевые действия. Начнется файт. Ломбардия, Пьемонт. Давайте, ходите быстрее все ненужные республики. Мы сейчас просто начнем боевые действия по всем фронтам. Все, Австрия подошла к концу. Добрый вечер. Так, значится. Объявление войны. Союз. Австрия. Батавия. Османская империя. Я знал, ребята, я знал. Что делаем? Давайте, наверное, производим ротацию. Бомжей переводим сюда. Этих перекидываем вот так, этих перекидываем вот так. Все, объявляем войну. Поехали. Да. Россия объявила войну Польше. Именно так. Именно. А почему не могу больше? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это я провтычил. А на этих я могу напасть? Могу тоже, да? Ну вот так вот тогда вам. Падлы такие. Вы думали, что я с вами шутки шутить буду? Шутеечки? Так, все. Османская империя, да? А тут мы дошли. Уже лучше. А могу сюда? Нет, не могу. Ладно, ждем. Ждем атаки. Завершить. Так, первый у нас замес происходит с Австрией. Хотите командовать? Равное сражение? Да, давайте пару сражений я покомандую лично, а потом будем автобоем. Потому что после личных сражений бывает выбивает с игры. Что очень плохо. Прекрасные земли Галиции, идеальное место для славной битвы. Взгляните на эту красоту, красоту, которая скоро будет принадлежать нашей империи. Заряжайте мушкеты. Ха-ха-ха-ха. Так, у нас все равно задача раздавить противника. Наш враг недостоин жалости, не щадите его. Так точно, мой командир. Мы никого не пощадим. Мы уничтожим их всех.
начать сражение. Ой, ой-ой-ой, что-то меня так откинуло резко, это, я не знаю, прям. Прям что-то произошло. Шагом марш, двигаемся. Так, у них там есть пушки. Пушки. Мы сейчас сделаем ход. Ход конем, скажем так. Трусой вперед. Обойдем пушки, выебим их пушки все. Мушкеты. Мушкеты это хорошо, все. Давайте, что ли. Обойдем конницы сначала. Вымочим всех их артиллерию. А потом будем разбираться. Главное, чтобы вот эти козлы нам не навязали бой. Но я думаю, не навяжут. Так. Мы идем по полям, Мы идем очень медленно. Мы превосходим их по силе, но почему-то автобой считает, что мы должны проиграть. Я с этим не согласен, конечно же. Давайте быстрее. Нет, не трусой, давайте, наверное, рысью. Рысью все-таки, наверное, давайте. Поехали. Ура. Вы сюда подальше. Пока там те перестраиваются как могут. Давайте. Ага. Там уже построились отражать нашу атаку. Давайте. Все. Бой на пушке навязали уже хорошо. Те сейчас там и своих порубят. Давайте. Рубите максимально много пушек, сколько сможете. Давайте, хлопцы. Хорошо, давайте дальше. А, через пехоту, ладно. Навязали бой пехоте. Кто-то, возможно, скажет, что это у меня неправильные потери в плане... В плане кавалерии моей. Ну, что вы делаете? Кто тут у меня еще живой остался? Остался. Хорошо, давайте, извиняюсь за кашель. Вперед. Где моя кавалерия, которая должна мчаться на полном ходу? Я их не вижу. Давайте пока крестьянами вперед. Давай, кавалерия, давай. Ну вот наша там конница еще неплохо их порезала всех. Ой-ой-ой, как мои конники гибнут. Давай. Рубите их. Шакалов. Вперед. Все. Вся моя конница пала. К сожалению. Ладно. Выводим тогда наших хлопцев вперед. Добегут или нет? Как вы думаете? Добежали. Бой навязали. Давайте так вот по-глупому просто их сейчас расстреляем. Давайте быстрее. Атака без приказа. Без приказа атака, хлопцы. Смотрите, как наши русские хлопцы им еще валяют этими, скажите мне, дубинками. Добрый вечер, господа. Не ожидали здесь поворотика такого? Так, давайте вы тоже, наверное, сюда подтягивайтесь маршем только. Возьмем их сейчас в кольцо, так сказать, и начнем расстреливать. Вот это по-вашему бег? Уставшие такие, куда там? Жалко, что я всю конницу свою просрал. Враги... Все. Враги отступили. Галиция наша. Теперь главное, чтобы мы загрузились. Потому что мы можем и не загрузиться. Есть. Так. Преследовать ли врага? Да.
Ладно, его отряд понес потери, хорошо. Итого, всего войск мы потратили 300 человек. Мы почти всех убили. Что мы сделаем? Казнить, конечно. Всех казнить. Так, Польша. Следующее. Трудное сражение, да? Здесь у нас трудное сражение. Давайте. С поляками и трудно. Но это мой просчет. Как бы я завел 3 армии, я так завел только 2. Поэтому придется. На протяжении многих веков Польша переходила из рук в руки. Теперь пришел наш черед править этими плодородными землями. Во имя империи. Во имя империи и императора человечества. Хотя это немножко из другой пьесы. К несчастью, на поле битвы немало отличных... Ладно, давайте. Не хочу это читать. Я слишком стар для этого дерьма. Начать сражение. Так. Трусой. Давайте их пока разгоняем по разным лагерям. Вот, а сами по тихой грусти пошли. Пушку, наверное, где-то здесь. Что тут у нас? Что тут у нас? Гренадеры, легкая пехота. Ну, гаубицы мы сейчас конницы задавим сразу. Если эти козлы сейчас спрячутся в зданиях, мы сможем абсолютно легко и спокойно, без всяких на то проблем, дать пару залпов с пушек. Они повылазят, и мы их расстреляем. Давайте, давайте, ребята, так, стратегически аж туда, куда-то. Легкая пехота охраняет, да, пушки. Ну, ничего страшного. Ага, уже занял, да? Бывает хорошо, да. Что ж поделаешь. Легкая пехота. Давайте, ребята, еще поближе немножко. Хотя, фойер. Ваши войска атакованы неприятелями. Давите их нахер. Хорошо, только 2 бойца потеряли, нормально. Рубим, рубим, рубим их. Сейчас будет залп. Нормально. Еще живем. Вперед. Все, там их конница раздавит. Что у нас здесь? Ага, они идут в помощь, да? Давайте в спину их ударим. Пушки поближе. Занимаем стратегические позиции. Так, а вы... Кто тут остался? У вас двое, да, осталось? Хорошо, а вас двое. Мы будем их ждать вот здесь. Хорошо, давайте. В спину. Этих лицо, тех в спину. Есть, навязали бой. Дальше, давай, 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 конница. Это ж поляки, они ж тупые. Есть такое дело. Все, давим их. Что-то мои хлопцы разбежались. Это, наверное, была тактическая перестройка тактическая была. Так. А ну-ка разложить пушки. Фойер. Чуть-чуть не достаем. Чуть-чуть не достаем. Давайте, ребятки, не расслабляемся. Давите их. А их сзади. Поляки любят, когда их сзади. Вот так вот. Валите их, ребята, валите. Это же поляки. Что с них взять? И нет пушки.
Куда вы бежите, хлопцы? Они зашли в ближний бой, но это же надо, ну. Расстреляйте этих двух клоунов. Трех. Я даже сейчас их засниму, как они героически погибнут. Хотя решили драться на ферме, да? 57 против 1. Это победа. Это победа. ГГ изи катка, скажем даже так. Ну, прогрузись. Не висни, не выбивай. Давай, 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 давай. Хорошо. Ребята, я просто решил вам добавить немного экшона, скажем так. Потому что экшон — это наше все. Есть такое дело, хлопцы. Так, потери 76, 306. Вырезали всех подчистую с минимальными потерями. Так, теперь ответочка, скорее всего, будет. Нет, ответочки не будет. Австрия отошла. Польша. Так, Османская империя хочет закончить войну. Ну ладно, Османская империя, хорошо. Плати мне за это деньги. Что там дальше? О, Батавия хочет. Хорошо, Батавия. Они просто поняли, что со мной тягаться не надо. Польша пошла в ответ. У меня теперь нету. Это, конечно, плохо. Трудное сражение. Давайте лично будем командовать. Это, наверное, будет последнее сражение на сегодняшнее видео, на сегодняшний выпуск. Я даже не знаю, что нам, как нам сейчас обороняться, как нам сейчас этому противостоять. Ой-ой-ой-ой. Так, давайте мы их, наверное, переставим. Хотя смысл. Сейчас конных у меня нету, уже плохо. Так, пушки где-то вот здесь вот. А у них есть пушки. Как и у меня, в принципе. И у них есть конница. Уланы. Это очень плохо. Я свое преимущество конное потерял. Хотя, смотрите, мои два отряда наваляли трем отрядам Польши. Нет, двум. И еще теперь два пришло. То есть, моих два полководца стараются изо всех сил вырвать победу для России, матушки. Но пока это не очень у них получается. Хотя не получается, но так. Дальность стрельбы 60. Дальность стрельбы у них нету этих. 70. Легкая пехота. Они нас дальше будут пробивать. У вас дальность стрельбы 100. У их пушек 120. Посолиднее, посолиднее будут ребята против нас, конечно. Так, на всякий случай. На всякий случай атака без указаний. Но выставлять их в равные шеренги нету смысла, потому что те будут нас обстреливать намного раньше. Начнут обстреливать намного дальше. Но, не знаю, надо что-то думать. Давайте, трусцой. Единственное, что попытаться размотать их с помощью пушек. Что, в принципе, тоже фиг его знает. Так, самое главное сейчас закрыть свой правый бочину от конницы. Тут мы усилим вот так. Так, разворачиваем, пожалуй, и огонь. Нет, не достаю. Видите, придется чуть-чуть ближе подойти. Давайте еще ближе, ближе, ближе. А ну-ка, огонь. Давайте. Попадем, нет? Нет, все равно не попадаем. Еще разочек.
чуть-чуть ближе надо. Блин. Они же на нас поперли. Пушки уводим. Давайте, да, не дайте им подойти к пушкам. Ну-ну-ну. Все, порубили они моих. Видите, конные зарешали. Ладно, попробуем так. Огонь, 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 не подпускайте их. Все, одна уже пошла драка здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А у них еще пушки и ополчение. Давайте, давайте, добивайте. Хорошо. Есть такое дело. Дальше. Ну, вы с этими дальше воюете. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вперед. Стреляйте, стреляйте. Давайте гаубицы расстреляйте эти гребаные. Они нам всю жизнь испортят. Все, есть, отлично. Теперь вот этих козлов. Видите, пуля дура, штык молодец. Эти бегут что на этот, на ближний бой? А, не хотят моих этих расстрелять. Не получите. Да, конечно, потери у меня колоссальные. Можно так сказать. Очень сильно их конница срубила мои пушки. Я не успел их реализовать. Хотя хлопцы с мушкетами молодцы. С залпом отлично раздолбили конницу. Почти с двух залпов снесли всех. Давайте, давайте, расстрелим всех поляков, каждого, каждого расстрелим, чтобы никто из них домой не вернулся. Залп, 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 никого не жалеем. Фуэр. Но. Вот так вот. Славная битва, господа. Вы только посмотрите на эти усеянные трупами поляков поле. Победа, конечно же. Смерть нам не нужна. Победа. Ребята, третья победа. Вы смотрите, мы пошли железным кулаком по Европе. Крушим все и вся. Крушим все и вся. Даже еще игра прогрузилась. Это нам вдвойне повезло, скажем так. Так, еще каких-то претензий у кого-то какие-то будут? А, господа? Теперь мой ход. Так. Польша, Австрия, Османская. Хорошо. Это ж вместе со столицей, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нужно будет тогда вот так вот как-то сделать. Давайте. Мирный договор с Австрией. За 1700. Я же сказал, что мы их купим за бесценок. Даю 2000. Все. Галиция наша территория. Сейчас мы теперь сделаем вот так. Переформируем немножко наших ребят. Вот, я бы хотел так. В качестве резервной.
Так, здесь что? Здесь мы можем кого-то соединить? Да, пожалуй, можем. Вот так вот. Этого уводим обратно в Россию, матушку. Ребятки, с вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Спасибо, что вы посмотрели это видео, спасибо, что вы с нами. И до скорых встреч. Покажем дальше экшен. Всем пока.